Мир всем, дорогие друзья! Сегодня я сниму небольшой ролик, как сварить варенье из послена. У меня очень крупный послен, его дала мне свекровь, она садила его весной рассадой. И насадила везде, в огороде, в палисаднике, в теплице, он наросло много. Вот она мне принесла ведро трехлитровое с верхушкой, и я решила сварить из него варенье. Вот у меня стальная кастрюля. Помытый хорошо послен, сложила, засыпала сахаром, на медленный огонь включила. Очень необычный цвет сока, видно такой, да, как бы такой фиолетовый насыщенный. Ну, будем так варить, пока не закипит. Вот это готовенькое варенье. Вот такой у него цвет интересный. Такой даже не фиолетовый, а там даже не знаю, густой фиолетовый. Синий. Как чернила. Но ребятишки едят, ничего, довольны. Говорят, вкусно. Я ем маленечко.